Чухи-бу-ба-ба! Бал! Лила и Стич. И Стила и Лич. Мальчишки, мальчонки, я Макки Макаки, а эти орлы мои орлы. Макки, кажется, слегка подгорел сам. Видимо, технология развлечений у людей еще примитивна. Макки иногда бывает слишком горячим. I'm sexy and I know it. Но здесь приятно и уютно, и приятно. Простите, мы Стич. Сюда, Стич. Тут можно вытащить. Жаль, у меня нет. Эй, вот что значит эй. Теперь уходите. Лило, ты вымыла своего дружка? Фу, как? Я уже почти усыпила его в пирскуске, тут ты сказала, ты вымыла своего дружка. Значит, ванна. Нани, ты... Сука, ёбаная падла блядская. Будешь послушным, тогда я тебя не топлю. Как в одного маленького инопланетянина влезает столько писок, я иду за пижамой. Что здесь происходит? Как маленького инопланетянина делал это? Допустим. На Кагана Го. 626 говорит. На Кагана Го. Ой, я вам не верю, мистер Твистер обманщик. Манчик. Я знаю одно, всем пора спать. Знаешь, Стич, наверное, Нани съела плохую пиписку. Кто мне лицо размалевал? Кто-то сломал экспериментальный анал. Кто-нибудь знает, где Стич? 626, хулик. А может, Стич ни при чем? Кто-то мог приксунуть ему. А как засунуть в Нани? Все! Хватит! Мы посмотрим в честь короля рок-н-ролла три фильма «Скрамп». Итак, сперва «Голубые Гавайи», затем «Голубые Гавайи» и еще «Голубые Гавайи». Я требую для него справедливого суда. Push me, and then just touch me. Заседание суда открыто. Судья Джамбо-Джу-Джамбо перед вами. 626 учинил открыто. Защита опровергнет это, щит. Конечно. Заслушаем обвинение. Предмет, которым мазнули вас не Нани. Возражаю. Преступник мог просто вложить, как в лапу Стича. А где ты был в это время, Пликли? Я? 626 сказал нам, что спал ночью. Это неуважение. А вот и нет. Это мы нет. Мы продолжаем процесс. И-и-и-бес. Я начинаю опрос. Итак... И пусть у нас нет Рома, тем не менее, я сосался. Возможно, не вался. Возможно, Стич нам как-то объяснит эту фотографию. Вспомните, как 626 отгрыз шишку от лапки. Возражаю! Кажаю! Возражаю! Я пришила ее обратно! А что вы скажете о кукле? Кукле? Нет! Стич не хотел есть! Это был чай! Ой... Анализирующий компьютер проверит программы. Я должна идти на работу. И на работу. Кам? Я все про тебя узнала. И на ногах стоишь. И на ногах стоишь. А? Да ты же... Опять? Блять! Маленькая девочка гениально воплотила эксперимент в реальность. Да!